Молодец! Солнышко! Я еще раз хочу поздравить Майю с такой великолепной победой, что сегодняшний день, он, я считаю, что он в определенной степени переломный. То есть тот минимум, который мы обещали, оно выполнено. Я бы хотел бы огромное спасибо сказать президенту нашей страны за ту поддержку, за ту помощь. Даже последние 3 месяца тому назад, когда я заходил, были определенные нюансы, нерешенные определенные вопросы. И все эти вопросы в тот же день они решились. Я хочу поздравить казахстанцев, ну, с такой великолепной победой. Вот просто эту радость принесла нам Майя. Спасибо. Вот перед уездом собирались и обещали бороться. И я думаю, ну, у нас это получилось. Я очень удовлетворен этой работой, то, что мы не подвели. Я очень рад, то, что мы сделали, то, что мы должны были сделать. Других вариантов просто не рассматривалось и не было у нас. Я хочу спасибо президенту, сегодня он звонил мне, это поздравляю. Еще хочу спасибо федерации и вас. Много помогло штанга. Спасибо у всех. Сегодня очень тепло встречал. Я хочу желаю нашей победы и Илья тоже победим. Спасибо.